Озеро Кырдывач, перевал Аишха, гора Фишт. В двух залах музея Островского порядка 40 работ известного в Сочи фотохудожника Олега Комиссарова. Основной интерес мастера – это природа окрестностей Сочи. Его талант позволил передать величие горных вершин, влажный полумрак леса, неподвижную прозрачность горных озер. Заповедные места предстают во всей своей нетронутой красе. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей. Организаторы уверены, что после ее посещения местным жителям наверняка захочется увидеть воочию все эти места. Мне кажется, для гостей города это такая обзорная экскурсия, скажем так. Может быть, кого-то она вдохновит взять рюкзак, палатку, пойти в горы, что-то увидеть своими глазами. Но у тех, кого нет такой возможности, можно еще раз удивиться невероятной красоте нашего заповедника, этих нетронутых мест. Кроме того, через свои фотографии Олег Комиссаров напоминает о высокой ответственности человека за сохранение этого уникального природного наследия. Выставка музея Островского будет работать до 15 августа.